Ovi shenko artivnera Halacen tohtsavu visht Tohtën dazil vorotamisht Vorotana hentugish Ես կրվել եմ, մակարել եմ, քո անունը շուրթերիս, ես պահել եմ, ես շահել եմ, անանց պարկը պապերիս, ես կրվել եմ, մակարել եմ, քո անունը շուրթերիս, ես պահել եմ, ես շահել եմ, Анас парка паперис. Да. Многих не досчитаешься в ущелье. Вартан погиб. Сурен не вернулся. Малун Сако на моих руках умер. В Керчи. Кто не вернулся, того уж не воскресишь. А жизнь продолжается, Азари. Да, продолжается. Я к тому, что уходим мы отсюда. Далеко? Пастбище у Хастук горы, помнишь? Угу. Будем там строиться. Земля как земля, не то что наши камни. Резон? Прямой, да и с водой там полегче. А по мне, лучше нашего ущелья места нет. А потом посуди сам, старик. Не оставлять же все это без присмотра. Нельзя. Возвращение, Мазари. Здравствуй, РП.
Где ты взял его? А, слышу, скулит. А вокруг кровь. Мать, наверное, пристрелили, сукины сыны. Пусть у нас поживет. Да пусть. А белку когда принесешь? А белку сейчас нельзя. Белку осенью. Сейчас у белок детеныш. Найдем. Послушай, Азарий, а он не уйдет от нас? Да куда ему уходить? Одно слово, сирота. Ну, идем, идем, идем. 41. 38. А, черт, перелет. 31. А, 3. А, надо по одной вытаскивать. 42. 42. 48. У тебя же есть 48. Так, 60. Барабанные палочки. Перелет. Так, 1. Я, наверное, опять выиграю. 3. Недолет. Так, 80. О, все, я опять выиграл. Можешь проверить. Арфен, что с тобой? Интересно, как там наши? Строится. Вчера Андроника видел, привет и тебе передавал. Что у них нового? Нового? Вас Ген с Усаной поженились, вот и все новости. Правда? Угу. Интересно. Интересно. Ну ладно, поздно уже. Стели постель.
Арпен. Арпен. Ну, что делала сегодня? Фасоль сажала. Не рано ли? Нет. В прошлом году в это время сажали. Угу. Муки намолола. Что еще делала? К матери на кладбище ходила. Гроза! Гроза! Черт, куда это она запропастилась? Где-нибудь бегает. Друга себе ищет. Друга. Не нагулялась псина. Холодно на дворе. Добрым утром. Будь здоров, Азарий. Зачем? Что с тобой? Не ходи сегодня никуда. Очень холодно. Ну, будь здорова, жена. Будь здоров, Азарий. И вдруг среди всего этого видим, зверё мечется. Ну, леопард там, медведь, косуля, волк. Шерсть горит на них. И орут. Боли от страха. Орут. Нас увидели, обратно в огонь кинулись. Они же. Не понимают, свои мы. А зверьё-то за что? А он, отступая, все рушил и сжигал одно слово «фашист». Я до сих пор слышу, как звери кричали. Прямо как люди. Добрый ты, Азарий. Такое нельзя забыть.
Что нового в поселке, Азарий? Как там наши? Ну как, строят, роют. Воду в домах хотят провести. Паровое отопление. Чего? Ну, топить дома, значит, не дровами будут, а горячей водой. Поняла? Ага. А как живут Сусанна и Вазген? Тут Андроник мне рассказывал, значит, поссорились Вазген и Сусанна. Ну, она забрала свои ковры и к родителям. Потом, ясное дело, простила мужа и назад к нему. А за ней вся родня ковры к Вазгену относила. Смех да и только. Чего тебе надо? А тебе никто не говорил, что у тебя красивые глаза? А если и говорили? Чего тебе надо? Геологи мы. Меня зовут Мигран. Не дашь кувшин воды набрать? Вон, возьми. Люди пришли в ущелье. Да, видел. Говорят, геологи. Угу. Чего им здесь надо? Что они ищут в нашем ущелье? Работа у них такая. Орфея,
Я покажу, вот как тебе, я не могу. Ну, перескажи. Вот это рыба. Видал, Мигран, а? Рыба как рыба. Послушай, друг, ты родом из этих мест? И деды, и прадеды из ущелья. А что? Вот как. Вот ты-то мне и сможешь помочь. Чем? Сказками. Чем? Сказками. Сказками. Ты бы к старухе какой пошел. Расскажет, только слушай. А я ведь серьезно. Я не шучу. Тихо, тихо, свои. Вот. Гроза. Проходи. Да у тебя тут целый зверинец. Не кусаются? Ты не трожь, и тебя не тронут. Арпен! Арпен! Дай нам холодного тана попить. Сосед наш. Геолог. Вот все сказками интересуется. День добрый. Здравствуйте. Ну чего устал, проходи. Ну так как же, Азария? Ты о чем? Ну не может же быть, чтобы в таком ущелье и не было своих сказок. Небось, в детстве рассказывали старики. Неужто не запомнил, а? Не до сказок было, парень. Послушай, а зачем тебе сказки? Ты рой свои шахты, взрывай. Не говори так. В сказках в другой раз такие любопытные сведения бывают. Вот, к примеру, ты знаешь, как нашли зодское золото? Ну, расскажи. Ну, вот слушай. Все ученые в один голос утверждали, что не может быть там золота. Mm. А в сказках говорилось, что было. Мы взяли и поверили в сказку. Ну и что? Нашли. Золото? Ага. Смотри. Ну и глаза у тебя, Арпен. Ты что, Азарий, по глазам ее выбирал? Глаза как глаза.
День добрый. Все бомбите. Здравствуй, Арпен. Давай вязанку. Да дай, отдай. Все одно по пути. Еще бомбить будете? Пока не найдем, что ищем. А если не там ищите? Всяко бывает. Работа такая. Шумная у вас работа. Шумная. К осени закончим. Пойдут дожди, какая ж тут работа. Забыть бы с утра капканы проверить. Просил лезть в петлю. Ты видел, чтоб косули ходили этой тропой? Ну, тише, 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 не бойся, не бойся, не бойся. Ах ты, несмышленыш. Куда ты торопишься? Нет, ты ни при чем. Это мать твоя виновата, попадись она мне.
Слушай, а может, у тебя нет матери, а? Пойдем ко мне жить. Договорились? Вот хорошо. Вот и ладно. Эй, постой! Куда же ты? Как тут мертво все, порушено. Даже не верится, что здесь когда-то была жизнь. Детишки бегали, женщины рожали. Мертво. Люди ушли из ущелья, оттого и мертво. А чего вы не со всеми? Азарий не захотел. Он говорит... Он говорит мне, всю войну наше ущелье снилось. Вот и остались, живем тут. А с тобой везде хорошо. Хоть тут, хоть в тайге. Слышь, Арпен... Вот ты не поверишь, наверное. А я ведь с ужасом думаю, закончим работу, придется уехать отсюда. Не говори так, Мигран. Нравишься ты мне. Пойду я. Люблю я тебя, слышишь? Уйдем из ущелья. Куда уйдем? К нашим, в поселок. Ты чего не спишь? Уйдем. Вот так сейчас встанем, уйдем, что ли? Ты чего? Спи, спи.
что с хозяйкой, а? На шею и на грудь. А где растет овелук? А у нас в ущелье его нет. Это там, на верхнем лугу. Thank you.
Нет! Скажи мне что-нибудь. О чем? Как люди по сказкам золото находили. Ха, много таких историй. Расскажи. Ну так слушай. У древних греков был такой великий поэт Гомер. Целых 3000 лет люди читали его поэмы, восхищались и не верили. Думали, что это просто красивые легенды. И тех городов, о которых писал Гомер, давно уже не было. И сами греки их не помнили. И вот совсем недавно появился один человек по фамилии Шлиман. Генрих Шлиман. Он очень любил Гомера, верил каждому его слову. И открыл человечеству Трою, которую воспел Гомер. Это здорово, когда человек верит в сказку. Не могу я так больше жить. Не могу я ему в глаза смотреть. Скажи, как быть? Ну, скажи! Прошу тебя, успокойся, Арпен. Выход найдется. Уверен, что-нибудь придумаем. Ну, а, собственно, зачем придумывать? Переходи прямо сейчас ко мне в палатку, а я пойду к нему и все скажу. Жить на его глазах в палатке с чужим мужчиной? За что же его так казнить? Он ведь мне единственный родной человек. А я кто тебе? Дура я! Совсем голову потеряла! Скажи, что не сердишься! Ну, скажи! Не сержусь.
только решай сама, как быть. Да. Ты пойми, Арпен, так ведь долго продолжаться не может. Я все решу, ты только не сердись, прошу тебя. Не сердись. Арпен. Доброе утро, Арпен. Здравствуй. Вчера у наших был в поселке. Да? Ну и как они там? Воду в дом провели, как в городе. Смотри-ка. Вазген Сусанович все не нарадуется. Небось, зазнаются. С людьми здороваться не будут. А что тут особенного? Теперь это каждый может иметь, если захочет. Да, это верно. Жизнь так меняется. Да, меняется. Что случилось, Арпен? Азарий не вернулся. Фу ты. Ну и что тут страшного?
Наверное, зашел к своим родственникам, засиделся. Нет у него родных. Ну, к односельчанам. Мало ли кому можно зайти. Он всегда возвращался домой. Да ты успокойся, Арпен. Ничего с ним не могло случиться. Если нужно будет, ребят подыму. Пойдем искать его, а? Спасибо, Мигран. Пугали все зверье своими взрывами. Раньше белка ручная была. К людям в дом приходила. Покажи. Ты что, белок решил разводить, что ли? Нет, зачем разводить? А что? Не разводить. Я Арпен обещал. Арпен? Да-да, Арпен. Послушай, парень. Она только с виду взрослая, в душе она ребенок. Если что обещал, надо выполнить. Ты пойми. Как думаешь, обрадуется? Откуда же мне знать? Вы же городские лучше разбираетесь в женщинах. Чего? Еще со мной. Обед надо готовить. Скоро Азарий придет. Да обойдется твой Азарий. Сам чего-нибудь поест. Что ты? Сам. Он только с виду такой взрослый. А в душе как ребенок. Пока я его не накормлю, сам не догадается поесть. Я опять не то говорю. Да нет, почему же? Все правильно. Я обидел тебя. На что же мне обижаться? Ты не сердишься? А чего же сердиться на тебя? Правда? Правда. Поцелуй меня. Ну, а теперь иди.
ребята без меня взрывать не станут. Иди. До завтра. До завтра. Иди. Thank you.
Вставай. Вставай. Я не пойду с тобой!